Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение кампании Warcraft. Сегодня у нас кампания Ночных Эльфов и наша следующая глава «Пробуждение Фариона». Отправляемся. Давайте-ка посмотрим, что нас тут ждет. Тирент. Итак. Внимаю словам Илуны. Да поздравляю тебя. Внимай, внимай, какие проблемы. Недостаточно золота. Да ну. Что, правда, что ли? Асревер Амон. Ну, окей, Google. Так. Короче, нам нужна армия. У нас здесь получается что? А, вот он здесь спрятался, типа, да? Лесной обитатель. Ага, некрополь, да? И получается, бурдалаки лопят лес. Это кто такие? Что произошло? Дриада. Я вас услышал. Короче, нам нужны, как всегда, две проблемы решить. Деньги и дерево. Все. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Да, что случилось? Стройся, достройся опять по новой. Так, это у нас древо войны. Охотничий зал, да? А, ну здесь ничего нет, да? Отлично. Сторожевое дерево. Так, ладно, окей, забудь. Готово. Давай, 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 давай. Готово. Богиня зовет. Короче, надо строить армию опять. И пытаться снова продавливать все. Я думаю, что надо будет снести для начала базу орков. Потом только двинуться сюда. Это что такое? Рубки Нариуса. Понятно. Деньги, деньги, деньги. Готово. Деньги. Все только деньги опять. Это все? Так, охотница, да? У меня не хватает бабосов. Вообще не хватает. Кардинально. Готово. Так, ну что дерево-то у нас? Еще не готово. Готово. И... Так, быстрее надо все быстрее прям делать. Карл прям очень быстро.
у нас проблемы прям начинаются. Не конкретные, но вполне очевидные. Древо выращено. Поздравляю. Внимаю словам Илуны. Богиня, поторопись меня. Богиня зовет. Кто посягнул на природу? Во имя Кинариуса. Короче, надо строить охотниц, да? Так, здесь у нас что? А, ну в принципе все готово, да? К нагибу. Богиня, внимаю словам Луны в пути. Слушаю. Ну, охотница ее надо будет делать. Хотя, подожди, охотница, а это у нас кто? Привет! Дриада. У дриады хп на 200 меньше, но дамаг, богини, в принципе, одинаковый. Соответственно, лучше делать, наверное, охотниц. Для нагиба, да? Блин, как все долго происходит. Ой, долго. Богиня, наставь меня в пути. Асревер Амон. Кто посягнул на природу? Пошли. Без промедления. Посмотрим, во что имя вот Луны можно себе предложить. Так, рудник. Без один промедления. Есть, да? Да будет так. Такова воля богини. Это все? Или еще что-то? Без будет? Промедления. Такова воля богини. Да будет так. Богиня, во имя Луны. Наставь меня в пути. Такова воля богини. То есть это все, да? Богиня зовет. Во имя Луны. А, это что такое? Ханудора. Понятно, это вообще ни о чем. Марлоки какие-то, ну. Без промедления. Во имя Кинариуса. Богиня, наставь меня в пути. Во имя Луны. Внимаю словам Илуны. Без промедления. Или на гоблинов. Кто посягнул на природу? Да будет так. Не спеши. Выбирай с умом. Асревер Амон. Так. Исследование завершено. Идем такова сюда. Воля богини. Недостаточно золота. Опять золота не хватает. Я вся внимание. Ой, да что ж такое-то, а? Так, братишка. А, ну древо жизни надо построить. Угу. Так что ждем. Чтобы мне сделать из него дополнительный источник дохода, надо древо жизни. Ясно. Богиня, наставь меня в пути. Наши воины вступили в бой. Да ладно. Внимаю словам Илуны. Ханудора. Без промедления. И полечим, да? Во имя Кинариуса. Эндулеревы. Такова воля богини. Ух ты. Во имя Кинариуса. Древо жизни. Закримдор. Богиня. Эндулеревы. Закалимдор. Без промедления. Поторопись. Тороплюсь. Воистину. К
Короче, нужны деньги опять. Просто бабки нужны прям нереального количества. Все упирается всегда, сука, везде. Вот любая стратегия, любая философия, любые взаимодействия с каким-то объектом, нужны всегда деньги. Вот просто вот всегда бабки только. Постоянно, блин. Ну что, древо? Готово. Так, вперед. Блин, я еще даже не изучал ни одного. Ой, даже ни одного еще не изучал этого улучшения, блин. Так, что у нас, кстати, с армией? Как у вас успехи здесь, ребята? Кто посягнул на природу? Ну, комплект, да? Хорошо. Может, пару баллист взять? Или все-таки забить? Светлячок. Светлаковы, пожалуйста, в студию, да? Готово. Так, что ты хочешь? Ну, отлично, за глаза, да? Теперь бабосы будут идти гораздо быстрее. По крайней мере, копеечка к копеечке, да, как у нас любят говорить. Или как там говорят, да, культовая фраза «копейка рубль бережет». Ну вот и посмотрим, насколько она себя реализует. Недостаточно золота. Я и так прекрасно понимаю. Ну что, ребята? Асревер Амон. Вперед. Такова воля богини. Да будет так. Выходим. Наши воины вступили в бой. Я тут такова вижу, воля богини. До хрена героев прям. Ханудора. Исследование завершено. Энгулер. Внимаю словам Илуны. Накидал. Во имя Кинария. За Калимдон. Во имя Кинария. Богиня зовет. Стан хорошо кидает, да? Ханудора. За Калимдон. Во имя Луны. Во имя Кинариуса. Исследование завершено. Кто посягнул на природу? Сейчас полегче будет. Ханудора. Эндулерев. Ханудора. Во имя Кинариуса. Ханудора. Эндулерев. За Калимдор. Такова воля богини. Уходим. Слушаю. Так. Богиня, исследование завершено. Хорошо. Так, вы готовы? Асревер Амон. Да будет так. Красиво сказано. Ханудора. Эндулеревет.
Без промедления. Во имя Кинариуса. За Калимдор. Анудора. Во имя Луны. Эндулерева. Исследование завершено. Какова воля богини? Блин, не хватает мне, сука. Просто надо быстрее прям все строить, прям быстрее. Поторопись. Вот. Не хватает армии, ну не хватает, надо постоянное снабжение, ребята. Богиня зовет. Без промедления. Уходим, уходим, все. Мы не вывозим, просто не вывозим. Надо поддержку. Я поклялась отомстить. Что случилось в наших лесах? Да плохо все, подруга, плохо. У нас пока не получается ничего сделать. Нам нужна прям армия, прям чтобы она постоянно была подпитана. А у нас этого нет. Как это ни странно, блин. Внимаю воле богини. Богиня, наставь меня в пути. Исследование завершено. Вот и я про то же. Готово. Понты наше все, да? Богиня, наставь меня в пути. Даже так? Богиня, наставь меня в пути. Наши воины вступили в бой. Да, ну что, герои? Асрева Амн. Ханудор. За Калимдор. Такова воля богини. Так, окей, все. Поторопись. Вперед. Лавандос сейчас пру, да? Я готова. Богиня, наставь меня в пути. Внимаю словам Илуны. Пошли. Во имя Илуны. Наши воины вступили в бой. Я готова. Такова воля богини. Без промедления. Во имя Кинариуса. Эндулер. Так, вот этого просто размотали прям. Ханудор. За Калимдор. Блин, да что же у нас с армией-то все не получается-то, а? Богиня зовет. Блин, ну, блин, одного бугая убиваем пол, блядь, дня, ёб твою мать. Ну чё так все долго-то, а? Ну, блядь, можно побыстрее это строиться-то, блядь, ну... Ну просто, блядь, ну... Сколько можно-то, ребята, ну, ну... Мы не можем продавить просто, даже не можем продавить никакого, я бы сказал. Наверное, просто у меня руки, наверное, из жопы, чтобы продавить вот этот вот объект. Внимаю словам Илуны. Ай... Я готова. Богиня зовет.
Да что нас богиня-то зовет, блин? Я готова. Ни хера не можем сделать, блин. Блин, такая армия, блин. Да я понимаю, что он в опасности. На что я сделаю, блядь? Я поклялась отомстить. Давайте, блин. Надо разматывать, ребята, напрягитесь, пожалуйста. Я готова. Мой лук всегда со мной. Вперед. Слишком просто. Вперед, 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 вперед. Наши воины вступили в бой. Я вся внимание. Я готова. Я не боюсь. Бойтесь ночи. Вы мне надоели просто, блин, а. Ты-то, блядь, чё стоишь-то? Чё ты ждёшь-то, блядь? Я не понимаю, ёб твою мать. Я тебе, блядь, чё, приказы не отдавал вперёд идти? Чё за... спокойно, блядь, спокойно. Не рычай. Внимаю, слава богу. Вы должны вперёд телеги бежать-то, ёб твою мать. Внимаю волю богини. Разломать его же всё, здесь что-то находится, а. Я готов. Блин, как все долго, а. Я готов. Ваш ход. Хорошо. Кто посягнул на природу? Да ломайте вы вышки, ребята. Ребята, вы понимаете, что по вам дамаг проходит? Такова воля богини. Золотой рудник скоро иссяк. Да и хер с ним. Без промедления. Я готов. Во имя Луны. Да господи, да сделайте вы нормально по красоте-то, ёб твою я мать. Я готова. Так, воины. Я вся внимание. Вперед. Ой, господи, да что так все трудно-то? А? Чё стоим-то? Ломайте, 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 ребята. Я готова. Такова так, вот это богини. Почему оставили, я не да понял. Да будет так. А ты чё тут? Своих, что ли, ищешь? За Калимдо. И чё, ты типа вырос, да? Я готова. Думаешь, ты такой бессмертный, кто что ли, паря? Я очень вам не завидую. Асревер Амн. В вашем начинании. Богиня, наставь меня. Я готова. За Калимдор. Вперед, 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 вперед. Во имя Луны. Делаем вещи. Да, конечно, у товарища Кирена силы какие-то не очень прям. Не получается никак взаимодействовать с армией-то, да? Я поклялась отомстить. Наши воины вступили в бой. Вперед. Я готов. Кто посягнул на природу? Богиня, наставь меня. Блин, долго, 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 долго. Жду приказа. Ни слова больше. Асревер Амн. Ханудора. Орки эти молодцы, конечно. Умеют удивить народ. Укажите мне путь. Слишком просто. Ни слова больше. Внимаю словам Илуны. Золотой рудник обрушился. Да и хер с ним. Я готова. Жду приказа. Бью без промаха. Быстрее, 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 ребята. Асревер Амн. Да будет так. Мой лук всегда со мной.
Хорошо. Не проблема. Кто посягнул на природу? Без промедления. Пошли. Во имя Луна. У нас времени вообще на грани да просто. Будет так. Без промедления. Такова воля богини. Ваш ход. Слишком просто. Наши воины вступили в бой. Это что такое? Древние стражи какие-то, да? Хорошо. Так, ребята. У меня есть для вас внимаю задание. Волю богини. Шруйте сюда. Мое ожидание завершилось. Так, идем. Время. Будет так. Без промедления. Да будет так. Пошли. Во имя Луны. Такова воля богини. Я готова. Без промедления. Да будет так. Наши воины вступили в бой. Во имя Кинариуса. Лучники, кстати, себя неплохо показывают. Заклим до. Я готова. Богиня зовет. Наши воины вступили в бой. Такова воля богини. Во имя Луны. Давай. Идем. Они раскаются. Страх к бою. Асревер Амн. Во имя Луны. Без промедления. Назад. Да богиня, наставь меня в пути. Чё стоим-то, блять? Я вам что сказал-то? Сюда идем. Посягнул на природу. Асревер Амн. Твою мать, блин. У нас, блин, осталось вообще. Мы прям по лезвию ходим, блин. Давай. Ломай его быстрее. Во имя Кинариуса. Вожаки, какос. Внимаю словам Илуны. Давай, ребята, давай, 8 деревьев осталось, блядь, сейчас группу вызовут, блядь, и саповал, да и все, и вешайтесь. Такова воля богини. Асревер Амн. Богиня. Есть питание, да? Ва, Карл, хорош. Пробудись, блин. Спасибо, ребята, за просмотр. Лайкос, коммент, подписка с вас. Удачи, увидимся.